В связи с послаблением карантинных мер сотрудники многих учреждений вновь работают напрямую из офисов. Народный банк не стал исключением, обеспечив непрерывную работу своих филиалов по всему Узбекистану со строгим соблюдением санитарных мер. Тем самым обеспечивая бесперебойность финансовых операций, а также заботясь о безопасности своего персонала и клиентов. Во время карантина сотрудники филиалов Халкбанк в основном работали дистанционно. После 15 августа весь персонал вышел на работу в полном составе. Клиенты могут быть спокойны, все необходимые санитарные меры были приняты. В период карантина работоспособность сотрудников банка не уменьшилась. Безусловно, появилась дополнительная ответственность за здоровье приходящих клиентов. Весь персонал проинструктирован и наделен средствами индивидуальной защиты, спецодеждой, масками и перчатками. Однако такие условия не затрудняют работу. Главное – чувствовать себя в безопасности. При входе наши клиенты обязательно входят через дезинфекционный туннель, потом мы обрабатываем им руки, проверяем температуру, записываем имя, фамилию, телефонные номера, их данные. Потом мы помогаем им еще, как бы номерки даем, куда проводим, куда им надо. Все контролируется, держим дистанцию все, 2 метра, все меры соблюдаются. Ежедневно в Народный банк приходят сотни посетителей с различными услугами. При этом безопасность здоровья для них остается в приоритете. Пришла оформить карточку для получения перевода пенсии. В банке понравилось, что полностью соблюдаются меры. На входе меряют температуру, сотрудники в костюмах, обрабатывают руки. При подходе к месту полностью соблюдается дистанция. Таким образом, предпринимаемые банком меры позволяют обеспечивать бесперебойную работу всех отделов. Вместе с тем, для удобства клиентов в период карантина Народный банк внедрил новые кредитные программы, а также системы переводов и оплаты счетов дистанционно. В период карантина Народным банком были внедрены кредитные проекты «Эксперт Карт» и «Эксперт Хом», рассчитанные на наших соотечественников, которые вернулись из-за рубежа. Эти программы позволят клиентам приобрести первичное жилье и автомобили. Кроме того, была внедрена система «Успей», с помощью которой можно перевести денежные средства в национальной и иностранной валюте в любые банки, расположенные в Узбекистане. Также появилось мобильное приложение «Халк Мобайл», с помощью которого можно погасить кредиты, осуществлять любые платежные и другие финансовые операции.